Отработав несколько дней между майскими, мы снова возвращаемся в Сибирь. Мы приехали в Новосибирск, и после снежного Тобольска думали, что тут тоже снег. А тут уже все зеленеет. Мы сейчас находимся на интересной улице в городе Новосибирске. Улица называется Планировочная. А чем она интересна? А тем, что помимо того, что она пересекает сама себя, так еще и параллельно. То есть вот сзади у нас она пересекает, это туда, если подальше пройти, то там будет она себе параллельно, вот так. Лететь до Новосибирска около 4 часов, столько же и разница во времени с Москвой. Не успело в одной части России стемнеть, как в иллюминаторе уже забрезжил рассвет. Мы даже не успели поспать. Новосибирск основан в 1893 году и является третьим по численности городом России. Расположен на берегах реки Обь. Своему возникновению обязан Транссибирской магистрали, которую начали прокладывать в 1891. Мощный толчок к развитию дала Великая Отечественная война. Сюда было эвакуировано огромное количество заводов и научных учреждений. Да и после эвакуации сюда ленинградцев количество жителей разом увеличилось. Прогуливаясь рано утром по парку, мы были приятно удивлены, что жители Новосибирска даже в праздничный день занимаются спортом. Сегодня ведь 9 мая. Около значимых мемориалов Великой Отечественной войны собираются люди. Готовятся праздничные мероприятия. На каждом углу продаются гвоздики. Жизнь кипит. Около метро много людей с портретами ветеранов. Все направляются к центру. И мы с ними. Основные мероприятия проходили на площади Ленина. Мы как раз успели к началу парада. Но людей было столько, что выбрать подходящее место и увидеть хоть что-нибудь не представлялось возможным. Был, конечно, экран, но частично его загораживал столб. Постояв минут 30, мы отправились гулять по городу. Помогать вот этой.
Прогулявшись по Первомайскому скверу, мы оказались на Красном проспекте, где уже начиналось шествие Бессмертного полка. В Новосибирске можно увидеть первый в России памятник светофору, а напротив здания Новосибирской швейной фабрики – памятник швейной машинке. Вскоре нас начало вырубать, мы ведь всю ночь не спали, так еще плюс 4 часа разница. Но до заселения в гостиницу оставалось еще несколько часов, и мы отправились на набережную реки Аби. Она протянулась на 1,5 километра. Здесь много аттракционов, кафешки, есть сцены, где проходят масштабные мероприятия и концерты популярных исполнителей. А мы для себя нашли колесо обозрения, которое мы так любим. С него открывается замечательный вид. Цена 250 рублей. Всем. Мы в Новосибирске. У вас утро, у нас день. Вы выспались, мы нет. Мы гуляем по набережной Оби. 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 Реки Оби, да. Вода. Позади меня находится кусочек от бывшего первого железнодорожного моста через реку Обь. Он был построен в 1897 году. Этот кусочек моста является достопримечательностью города Новосибирска. Мы сейчас находимся в Новосибирском зоопарке. Это один из крупнейших зоопарков России. Его площадь 63 гектара. Здесь водится 1100 особей, 770 видов. Этот зоопарк занимается разведением кошачьих и куньих, поэтому коллекция данного семейства самая большая. А еще в 2004 году здесь появился детеныш от тигрицы и льва. Называется он Лигр. Thank you.
такие клеточки в зоопарке. Здесь вон идут дорожки сверху. Мостики, скажем так. Прямо вот в это большое здание. И там у них отдельные комнаты. Вон там, видите, обезьянки скачут. Вон они. О. Они там дерутся, друг друга бьют. О, какие хвостатые, красивые, бело-черные. Мнёт. Да, трёт, мнёт. Раз поймал, что-то такие пальцы. Какой хвост-то. Еда. Вкуснятина. Да, чувак. Тебя лучше в клетке держать. Она спит или дремет? Голубые бараны. Запрыг. Да. На территории зоопарка есть прокат лошадей. Как говорится, это белая пушистая попка. Это волк. Лигров мы так и не нашли. Видимо, они на майские уехали, либо у них там ремонт. Вот такие дела. Один лев там от за всех отдувается. А вечером на площади Ленина нас ждал салют. Толкучка после салюта. Все проголодались, хотят попробовать шаурму на Ленина. В новосибирской шаверме ужинаем. Называется шаурма на Ленина. Легендарная. Сейчас проверим. Проспав поездку в Академгородок, нам ничего не оставалось, как продолжить прогулку по городу и досмотреть оставшиеся достопримечательности. Видимо, и в Новосибирске, как и в Екатеринбурге, есть красная линия, в которой можно посмотреть основные достопримечательности. Но мы вчера что-то только в двух местах видели эту линию.
Даже на нее не обратили внимания. В Новосибирске тоже есть метро. Оно является четвертым по количеству станций после Московского, Питерского и Нижнего Новгорода. Здесь 2 линии и 13 станций. Открыто метро 7 января 1986 года. Памятник Ленина, причем памятник, где Ленин не один. Здесь вон и воины, и рабочие. Позади меня вот это красивое оригинальное здание Новосибирский театр оперы и балета. Был основан в 1945 году и является одним из ведущих театров России. Памятник просторы Сибири. Здесь указаны все сибирские города. С этой стороны мы только в Тобольске были. Девушка Екатерина из Новосибирска, которая смотрит наши видео и часто их комментирует, посоветовала нам сходить в Новосибирске в Мира Термы. Там есть зона аква, зона бань. Нам очень там понравилось. До этого мы даже не знали о существовании такого интересного места, поэтому решили, что надо сходить и немножечко отдохнуть. Спасибо, Екатерина. Второй раз за майские праздники мы оказались в райском месте. Мира Термы – это термальный комплекс европейского уровня. Говорят, аналогов в России нет. Комплекс состоит из двух зон – зона аква и зона бани. В бане мы не пошли. Стоимость посещения зоны аква на 3 часа – 1650 рублей. Если хотите и в баньках попариться, то 1900 рублей. Это все цены праздничные и выходные. Зона аква – это большой бассейн, цитрусовая сауна, соляные озера. Соляная баня, коллегинарий, зоны отдыха, аэромассажная ножная ванна, гидромассажная ванна и выплывной бассейн. Нам там безумно понравилось. Накупались, отдохнули и получили максимум эмоций.
Ну а теперь отправляемся в путь. Впереди у нас еще один сибирский город. Про него вы узнаете в следующем выпуске. Санек, куда дальше-то? Туда. Как романтично. Майское утро. Как романтично. Ого. Как романтично. Гостиничная минутка. Гостиница «Центральная», город Новосибирск. Двухместный номер. Холодильник, телевизор, стол, зеркало, две односпальные кровати. Здесь у нас Александр. Вот еще одна кровать. Дальше у нас вот такой коридорчик. Вот. Есть даже запасная кушетка. Ванная комната. Такая ванная. Полотенце есть. Ванна вот такая интересная. Небольшая. Беруши. Наверное, кто-то очень сильно шумит. Шампунь, мыло, гель. Вот такой вид у нас из окна. Там справа уже площадь Ленина. Сейчас там идет концерт, посвященный 9 мая. Люди туда-сюда ходят. По этой улочке очень много кафешек разных. Можно спокойно перекусить.